Всем привет! Надеюсь, находясь в режиме самоизоляции, вы с пользой проводите время? Еще порекомендую сделать расписание и вносить туда определенные часы, когда у вас будут какие уроки. Вы с нетерпением будете ждать этой минуты, когда начнется, например, занятие по настольному хоккею. Все наши уроки будут теперь проходить, конечно, в виде видеозаписи, которую мы сейчас с вами будем делать. Итак, начнем. И первый вопрос, который я читаю в ваших глазах, почему на тренере пиратская футболка? Да? Мы же не корабли собираемся брать на абордаж, а изучать настольный хоккей. Все верно, настольный хоккей. Только сейчас многие учителя, тренеры, педагоги переходят на новый формат обучения. Дистанционное, удаленное. Готовясь к переходу на новый формат обучения, я прочитал книгу американского учителя Дэйва Бёрджесса «Обучение как приключение», главный лозунг которого «Учи как пират». То есть находи для подачи материала нестандартные ходы, превращай рядовой урок в яркое театральное представление. Используй реквизит, костюмы. Смело, дерзко, главное, чтобы было интересно ученикам. И они лучше усваивали пройденный материал. Насколько хорошо вы усвоите материал, мы сможем, конечно, оценить на соревнованиях, которые рано или поздно, я надеюсь, возобновятся. А пока вы можете также через интернет присылать мне на видео, снятое выполнение вами задания урока. Будут задания и другого плана. Теоретические. Поскольку настольный хоккей – это не только турниры. Это и поездки в другие страны, города, общение с разными людьми. И не только на русском языке, так что иностранные языки тоже не забывайте. На теоретических занятиях мы будем изучать не только историю всего настольного хоккея, но и отдельных его представителей. Да, например, взять эту футболку. У нее тоже есть своя история, которую я расскажу в конце урока. Так что внимательно смотрите, ничего не пропуская. Чтобы начать занятия по настольному хоккею, нам нужно подготовить игровую площадку. Все соревнования в мире, будь то в России, в Швеции или даже в Америке, проводятся на площадках шведской фирмы Stiga. Ниже в описании я дам ссылку на видео об экскурсии, которую провел на этот завод прославленный российский настольный хоккеист Вениамин Герасимов. Так, ну а теперь нам нужен сам хоккей. Судя по рассказам ребят, многие получили его как новогодний подарок от Дедушки Мороза. Ну, сейчас, конечно, не Новый год, долго ждать, но я лично знаком с Дедом Морозом, поэтому я сейчас напишу ему письмо, чтобы он нам срочно подарил настольный хоккей. Дорогой Дедушка Мороз! Так, пока письмо летит в Великий Устюг, мы должны подготовить стол. Иногда в магазинах продаются подставки, но они не очень устойчивы и хорошо используют для выезда на природу или на дачу, например. Мы же дома постараемся просто взять хороший крепкий стол. Оп! Стол. О, а вот и дедушка! Здравствуй, дедушка! Вот спасибо! Вот спасибо. На чай не останешься? Для начала надо его собрать. Достаю. Коробочку аккуратно складываем. Она еще пригодится. И расставляем. Самое главное, правильно поставить ножки. Эти части очень хрупкие, поэтому снизу должны их завести и защелкнуть наверх. Снизу завести и защелкнуть наверх. Обратите внимание, на них техническая замазка, чтобы крепче держались, крепились к столу.
Дальше бортики ставим, чтобы шайба реже вылетала за пределы площадки. Ворота. Сначала втыкаем дырочки, вот эти две дырочки, а сзади потом зажимаем. Ну и теперь фигурки самое простое, то есть берем, например, начинаем расставлять желтых, со своей стороны подергали, поставили фигурку, подергали, поставили фигурку, подергали, поставили. Да, обратите внимание, если хоккей новый, если сильно вот так давить, то можно сломать механизм, поэтому снизу аккуратно придерживайте, когда насаживаете игрока. Ну вот здесь вот, смотрите, вот снизу мы удерживаем и здесь насаживаем. Все, хоккей готов. Урок первый. Владение шайбой. Ведение ее по игровой площадке. Обратите внимание, надо, чтобы шайба постоянно находилась рядом с опорной ногой. Для лучшей наглядности используем урок, который преподал известный российский настольный хоккеист Антон Гладкобородов с комментариями ведущего аналитика Алексея Титова. Смотрим. Основным элементом в настольном хоккее является владение шайбой. Попробуйте выполнить упражнение, сначала используя одну шайбу. Выполнение этого упражнения даст вам возможность прочувствовать поляну, да и всю игру в целом. Выполняйте это упражнение сначала медленно, чередуя игроков: левый нападающий, правый защитник и так далее, постепенно наращивая темп поворотов миниатюры вокруг шайбы. Следующим этапом в обучении будет непосредственное владение миниатюрой. Для этого поставьте на прорези две шайбы и попробуйте поиграть между ними миниатюрой, сначала одной, потом другой. Это упражнение позволит вам почувствовать, как себя ведет миниатюра с шайбой в разных положениях: в крайне ближнем и в крайне дальнем положении. Выполняя этот комплекс упражнений, вы почувствуете, с какой силой нужно вращать миниатюру, чтобы не потерять шайбу. Почувствуете силу трения шайбы, скорость движения самой миниатюры. Мастерски владеть шайбой во время игры – основное условие для победы в настольном хоккее. Научиться правильно дать пас от одного своего игрока другому – вот неотъемлемая часть профессионализма настольного хоккеиста, чтобы эту победу завоевать. Подробного алгоритма обучения этому процессу не существует. Начинайте с любого игрока. Передавайте пас от второго третьему, от четвертого третьему, от пятого шестому. Включайте в игру и вратаря. Тренируйтесь, фантазируйте, используйте при распасовке нескольких игроков, а иногда и саму игру, а точнее ее борта. Но всегда вашей целью будет пас именно вашему игроку, и основной задачей – не дать противнику овладеть шайбой. Но с другой стороны, существует не менее качественная техника игры в настольный хоккей – техника защиты. Несколько вариантов защиты рассмотрим ниже. Ну что, пока диктор впал в спячку и, собственно, пространство позволяет, видео записано в формате 4:3, я попробую развлечь вас своими разговорами. Первое упражнение, которое вы здесь увидели, так называемые восьмерки для защитников, ну, что сказать, вполне себе хорошее упражнение, развивает, понятное дело, ощущение шайбы, руки, владение защитниками, все это, как говорится, только в плюс, как и перепасовка между защитниками.
Да и вообще, в принципе, любое катание, перепасовка по поляне, это так называемое владение, которое обеспечивает и ощущение шайбы, чтобы из любой точки можно было отдать хороший пас на своего игрока. Все это нужно делать, несмотря на то, что вроде бы вы и воротам-то не угрожаете. Здесь на видео бело-синими финнами управляет Антон Гладкобородов. И делает, на мой взгляд, это очень неплохо. Вот это вот фигурное катание в его исполнении выглядит и красиво. И еще раз повторюсь, это полезно для владения, для того, чтобы вы ощущали в каждой точке площадки шайбу хорошо, чтобы ощущали ее отскок и силу паса. Это тоже очень важно. Вот сейчас как раз Антон показывает, насколько это важно, чтобы шайба после вашей передачи не ушла в противоположный борт и в то же время дошла до своего игрока. Ну и далее, та самая обработка шайбы левым нападающим в углу площадки. Многие спрашивают, зачем она вообще нужна, для чего вы все это делаете. Я отвечу так. Во-первых, она нужна для того, чтобы почувствовать шайбу. Во-вторых, пока идет эта обработка, вы смотрите за действиями соперника в обороне, как расположен вратарь, как расположен защитник. Ну и в-третьих, она нужна для того, чтобы сделать заезд за шайбу и положить ее на прорезь, чтобы из этого положения уже можно было начинать удобное выполнение вашего элемента, который вы выбрали для своей атаки. Вот Антон показывает более амплитудный вариант обработки, но всегда в начале атаки шайба должна оказаться на дорожке и обязательно прижатой к хоккеисту между клюшкой и опорной ногой. Постараюсь недолго задерживать вас у компьютера, поэтому сразу по окончанию урока переходите к практическому занятию на игровой площадке. Введение шайбы аккуратно возле опорной ноги, вдоль прорези, чтобы не потерять ее. Все эти упражнения полезны будут даже тем, кто давно занимается, потому что в первую очередь мы, конечно, с вами учились забивать голы, одерживать первые победы над такими же новичками, как вы. Сейчас у вас есть время более детально это все повторить. Тем более, что под рукой у вас может не оказаться подходящего соперника. Вот я, например. Кого сейчас могу взять? Ну вот, например. Во. Подходящий соперник. Мишка. Сыграем? Так она уже уходит. Ну и теперь обещанная история про футболку. Итак, что здесь написано? Петербургские пираты. Да, я играю за команду Петербургские пираты. И страшно сказать, с 2002 года. Многие из вас тогда еще не родились даже. При том, что настольный хоккей – индивидуальная игра, командные соревнования всегда отличались особой атмосферой. Люди, открывающие для себя настольный хоккей как вид спорта, приходили на турниры для того, чтобы открыть для себя что-то новое, войти в новый круг общения. Некоторые приводили с собой друзей, родственников, сослуживцев. Так для таких игроков вопрос об объединении в команду не стоял. На заре развития настольного хоккея в Санкт-Петербурге зарождалось много команд. Армейцы с Невы объединяли болельщиков армейских команд СКА. Консерватория объединила сокурсников из этого музыкального заведения. Под крышей спортивного ресторана «Монреаль» возникла одноименная команда, составленная из сотрудников ресторана. Знаменитые братья Мартыновы даже вдвоем представляли грозную силу и боролись почти на равных с сильнейшими питерскими командами. Кто приходил в настольный хоккей по одному, была возможность подыскать себе партнеров и свободных игроков для участия в командных чемпионатах. Таким образом, осенью 2001 года возникла команда «Петербургские пираты», в которую вошли вчерашние новички, делающие первые шаги в настольном хоккее. Александр Данилов, два Михаила Сивакоп и Коваленко, а также Владимир Недвецкий. Именно Недвецкий на тот момент обладал наибольшим опытом выступления в чемпионате Санкт-Петербурга. Хотя в основном это было и неудачный опыт. Но команда собралась на свой дебютный турнир, третий командный чемпионат Санкт-Петербурга, который проходил в развлекательном центре «Курьер» 24 ноября 2001 года. Всего в турнире принимали участие 8 команд, по 4 в группе. Пираты начали турнир с поражения от команды
ХБ-356. Следующий матч был проигран вчистую фавориту турнира – консерватории. 1-31. А потом пришла и долгожданная победа. Повержена оказалась команда «Утро Петербурга» 24-8. Эта победа выводила «Пиратов» в плей-офф с третьего места, где они должны были сыграть с командой «Стига СПБ». Какое знакомое название, вы скажете? Только к нынешней перспективной команде питерских юниоров она никакого отношения не имела. В той команде играли уже опытные игроки. «Пираты» уступили 6-26 и закончили свое выступление на том чемпионате на шестом месте. А чемпионом тогда стала команда деревообрабатывающего завода «ДОС-2» в составе Михаила Артур Мартынова, Александр Скобеев и Вячеслав Сотник, оставивших заметный след на заре российского нахолода. Спустя 5 лет «Пираты» добрались до самой вершины петербургского «Олимпа», став сильнейшей командой города в октябре 2006 года. Именно к тому турниру и была выпущена. За прошедшие 19 лет мы приняли участие более чем в 30 турнирах. Были чемпионаты Санкт-Петербурга, чемпионаты России и даже дважды принимали участие в клубном чемпионате мира. В 2012 году в Санкт-Петербурге и в 2016 году в Курске. Да, есть что вспомнить. И порой запоминаются даже не сами турниры, а то, что их окружает. Места, люди, атмосфера. А вам от меня еще одно задание. Нарисовать свой вариант эмблемы настольных хоккейных пиратов. Может быть, среди вас есть таланты, а мы и не знаем. Рисуйте, присылайте, лучшие работы получат приз. Вот и сказочке конец. А кто слушал, тому фокус в подарок. И, кстати, посмотренный у Дэйва Бёрджесса. Вы еще не забыли, кто это? Ну, тот, учитель-пират. Итак, берем листок бумаги и пишем на нем двузначное число. Какое напишем? Не слышу. Давайте тогда возьмем самое популярное хоккейное число. Не знаете? Ну, скажите ваш вариант, мы потом сравним. Отлично. Мой вариант 17. Почему 17, спросите вы? А вы смотрели фильм «Легенда 17»? О прославленном советском хоккеисте Валерии Харламове, который играл в 70-х годах прошлого века. Около 40 лет прошло, но для многих болельщиков он до сих пор остается лучшим игроком. Технарь, боец. Что он вытворял на площадке? Можете посмотреть фильм, очень духоподъемный. Как раз рекомендую перед важными соревнованиями пересматривать его. Вот, кстати, отрывок из него. Начинать. Ну, прости, дружище. Что ты там как глист извиваешься? Защищай ворота! Всем телом защищай, как детей своих защищал! Как родину защищай! Все, все, хватит! Что, молодой человек, я вас правильно понял? Вы сказали все? Да нет, сорвалось просто. Вот так, дорогие товарищи, мы сейчас чуть было не потеряли выдающегося хоккеиста Харламова. Но на нашу радость он опять с нами, и мы продолжаем упражнение. Тебе не больно, Харламов? Радостнее! Веселее! Ты в хоккее! Когда у вас не будет что-то получаться, вы распустите нюни. Повторяйте себе эту фразу. Тебе не больно, Харламов! Думаю, теперь вы согласны, что хоккейное число 17. Итак, запишем. Семнадцать. Переворачиваем.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И, как мы помним, 17. И в чем же фокус, спросите вы? А давайте посчитаем. 16 плюс 11, 27 плюс 2, 29 плюс 5, 34. 1 плюс 6, 7, плюс 15, 22, плюс 12, 34. 7 плюс 9, 20, 34, 10, 12, 20, 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 плюс 4, 24, плюс 10, 34. Итак, кругом 34. Даже здесь, если хотите, можете проверить. 2 плюс 5, 7, плюс 12, 19, плюс 15, 34. Итак, в каждом квадрате. Почему 34, спросите вы? Смотрим опять фильм «Легенда 17». Мальчик золотой! 34 шайбы за сезон! Карнавов! А хотите знать разгадку этого фокуса? Тогда смотрите следующий урок. И там будет, кстати, еще один фокус в этом же фокусе, но уже не от Дэйва Бёрджесса, а от меня. До встречи!